Приветствую вас, дорогие друзья! Я собака Марта. Хозяина нету, я хочу провести рубрику «Посылка для собак». Эй, ребят, вы чё? Приветствую, дорогие друзья! Ой, чё с камерой? Собаки сегодня решили немного занять моё место. Так, вот так вот. Приветствую, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Рубрика «Подарочная посылка для животных». И сегодня у нас 20 килограмм коробочка от Валентины. Сейчас посмотрим, что нам прислала Валентина. Итак, со мной мои верные собаки. Надо как-то сделать, чтобы всех было видно. Сейчас. О, подарочки для меня, для кота Матроскина. Мурзик, Мурзик, это не тебе. Отходи, отходи сюда, пожалуйста, вот сюда. Кот Матроскин, меня зовут, сколько можно повторять. Начинаем. Обалдеть, друзья! 20 килограмм корма для голубей. Это просто шикарно. Я думаю, им надолго хватит. Тем более, у нас сейчас очень много голубей. Надо сейчас гуляк позвать, продегустировать. Все время с какой-то крайней жестокостью расправляюсь с коробками. Наверное, нужно с ними полегче. Это все для собак. Мясные колбаски, угощения. Собаки это любят. Сразу, чтобы их занять, держи. Даю все по одной, потому что иначе мы устроим здесь кашу-малашу. Заметил, Валентина интересно сделала. Для каждой категории животных отдельно все запаковала. Кошачья игрушка. Кошачьи мышки, скорее всего, мятные. Да, кошачьи мяты. Лакомство для кошек. Как я уже говорил, Валентина для разных категорий животных сделала вот разный пакетик. Вот это вот птичий пакетик. Вот такие вот блестящие штуки, звенящие, это для вороны капли. Друзья, сразу скажу по поводу таких игрушек. У нас ворона капли с ними играет, но ей приходится буквально по полгода привыкать к ним. Она у нас трусиха. Друзья, вот такая вот пирамидка. На самом деле у вороны капли игрушек уже столько, ей обзавидуется любой ребенок. Вот, пожалуйста, с этими она любит очень играть у нас с ведерками, обожает просто складывать. Теперь у нее есть такая пирамидка, то есть она, возможно, эту пирамидку будет складывать вот сюда. В общем, полный набор просто, друзья, полный набор. Скоро обязательно выйдет ролик о том, как играет ворона капля, потому что многие спрашивают, говорят, игрушек много, почему не видим, как играет ворона? Все увидите. Вот такие вот тоже шарики. Ворона капля с ними тоже обожает играть. Но также у нас Баля. На самом деле ворона и коты у нас универсальные. Они все играют с игрушками друг друга. Абсолютно вот. Так, друзья, вроде я ничего не забыл. Игрушки для кошек и для вороны. Пирамидка. Лакомство для собак. Лакомство для кошек. И еще один пакетик. И вот такая вот, друзья, сушеная вяленая рыбка в вакууме. Я 5 минут времени потратил, чтобы разобраться, для животных она или для людей. Чтобы не было такого прикола, как у нас Маша прислала подарки, и я дал попробовать колбаску, которая предназначалась для людей, дал попробовать ее собакам. Что-то по невнимательности. В общем, чтобы таких приколов у нас больше не было. Но, по сути, если судить, что соль животным противопоказана, а это вяленая соленая рыба, то, наверное, это для людей. Короче, разберемся, наверное, как-нибудь. Наверное, я буду с блестяшками играть. Очень они мне нравятся. Только что заметил, эти штучки прикольно светятся.
Я думаю, у вороны будет инфаркт. Конкретный вороний инфаркт. Скорее всего, с этим будут играть кошки. Хозяин, сколько чудесных подарков! Наконец-то мне прислали косточки! Прости, чтоб люди присылали еще. Птичкам и кошкам не так важно. Главное, побольше косточек мне, собаке Марте. Друзья, вот такой приятный бонус. Валентина распечатала фотографии животных и нас с супругой на фотографиях. Не сразу их заметил, были приклеены к каждой обертке. Собака Марта. Пес Бася, ворона Капля, фотография кота Мурзика и кошки Марты. Это мы с нашей эмблемки. Итак, друзья, голуби снимают пробу. Барабаря, дегустатором будешь? Барабаря, это наш голубь, который все никак нас не покинет. В общем, на свободном выгуле птичка, тем не менее, живет здесь. По-моему, с радостью. От души, да, барабай? Валентина, выражаем благодарность от всей нашей семьи и от нашей пушисто-перьевой, когтисто-пухнастой компании. Всего вам доброго. Пока. Мы тебя кормим, кормим, а ты еще и неблагодарный такой. Хозяин, корма для голубей и так много прислали. В следующий раз, пожалуйста, проси, чтобы было много-много косточек для меня, твоей любимой собаки Марты. Хозяин, ну дай скорее эту коську, ну дай быстрее, ну не могу терпеть, отдай коську, отдай коську, отдай, 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 отд